Почему 15 июля считается одной из важных дат в Турции? Рассказываем за минуту. 15 июля 2016 года часть турецких военных попыталась захватить власть в стране и объявить военное положение. За переворотом стоял Фетуллах Гюлен. Он руководил путчем из США. Очевидно, что свой план он готовил не один год. У Гюлена была сеть школ в Турции и 140 странах, которые навязывали сомнительные религиозно-философские идеи. Фетуллах Гюлен воспользовался накалом в отношениях между турецкой властью и военной элитой страны. И вот 15 июля заговорщики захватили генштаб Турции, аэропорты Анкары и Стамбула, танками перегородили мосты через Стамбульский пролив. В стране был объявлен комендантский час. Президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану удалось обратиться к нации с просьбой противостоять путчистам и бороться за демократию. После этого миллионы турецких граждан вышли на улицы, чтобы подавить попытку переворота. Люди были безоружны. В ту ночь погиб 251 человек. К утру 16 июля заговорщики потерпели поражение. 15 июля в Турции объявлен Днем демократии и национального единства. А людей, отдавших жизни за демократию Турции, называют мучениками 15 июля.